Кто благочестив и боголюбив, насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством. Кто слуга благоразумный, войди, радуясь в радость Господа своего. Кто потрудился, постясь, прими ныне динарий. Кто работал с первого часа, получи ныне заслуженную плату. Кто пришел после третьего часа, с благодарностью празднуй. Кто достиг только после шестого часа, нисколько не сомневайся, ибо ничего не потеряешь. Кто замедлил и до девятого часа, приступи без всякого сомнения и боязни. Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу, и тот не страшися своего промедления. Ибо щедр домовладыка, принимает последнего, как и первого, ублажает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и трудившегося с первого часа. И последнего даряет, и первому воздает достойное, и тому дает, и этому дарует. И деяние принимает, и намерение приветствует, и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые, и последние примите награду. Богатые и бедные, друг с другом ликуйте, воздержанные и беспечные, равно почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне, трапеза обильна, насладитесь все. Телец упитанный, никто не уходи голодным. Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости. Никто не рыдает своему божестве, ибо для всех настало царство. Никто не плачет о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Никто не бойся смерти, ибо освободила нас, спасла смерть. Объятый смертью, он угасил смерть. Сошед в ад, он пленил ад и огорчил того, кто коснулся его плоти. Предвосхищаяся ей, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив тебя в преисподних своих. Огорчился ад, ибо упразднен. Огорчился, ибо осмеян. Огорчился, ибо умершлен. Огорчился, ибо низложен. Огорчился, ибо связан. Взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе. Ибо Христос восстал из гроба, первенец из умерших. Ему слава и держава во веки. Аминь. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Уже светлость огня воссиявши благодать, вселенную просветенье сребролюбия мира и сокровища снискал, высоту нам смиренно мудрее.